Всем добрый день, дорогие подписчики. Сегодня будем готовить вкуснейшее блюдо. Будем запекать курицу с картошкой, перцем и кабачком в духовке. Также замаринуем наши голени майонезом, соль, перец. И можете добавить специи по вкусу. Нарезаем нашу картошку. Маринуем голень. Для этого сыпем перец. Добавляем немного соли. Выкладываем нашу картошку к голени. Так как наша картошка мелкая и молодая, мы ее просто режем на половинки, не чистим, и просто добавляем к нашим голеням. Режем наш кабачок полукольцами. Вкладываем наш кабачок в наше блюдо. Срезанный перчик складываем в основное блюдо. Добавляем наше блюдо майонезом или добавить немного куркумы. Выкладываем наше блюдо на противень. Будем запекать в фольге. Заворачиваем наше блюдо как пирог. В духовку на 180 градусов до готовности. Наше блюдо готово. Это мы пришли к маме в гости. Она приготовила салат оливье и приготовила вот такое вкуснейшее блюдо. Всем приятнейшего аппетита. Ставьте лайки и подписывайтесь на нас.